Засуха в Одесской области поставила под угрозу сезонный урожай. Если еще несколько дней в регионе не будет осадков, посевы полностью погибнут. Заявляют аграрии, называют 2020 год самым засушливым за последние десятилетия. Митрополит Одесский Измаильский Агафангел по просьбе фермеров молился о неспослании дождя. Богослужение владыка провел прямо в открытом поле. Религиозный обряд совершили на территории Академии аграрных наук Украины в исследовательском хозяйстве Покров. Цілу зиму не було ні сніжинки, дощу нема. І по милості Божій виросло те, що ви сьогодні бачите. Але на все цей посів під великою загрозою. Якщо саме в ближній час не буде дощу, то в принципі ми якось сільському господарстві причини. Если погода не изменится, первыми погибнут озимые зерновые рапс, а далее последует гибель подсолнечника и кукурузы. В некоторых районах украинской Бессарабии 2/3 озимых уже потеряно. Высохшие посевы аграрии вынуждены перепахивать. В целом речь может идти об уменьшении будущего урожая примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.